сыграем сегодняшний наш концерт в один блок. Думаю, что перерыв все-таки делать не стоит. Продолжаем. А, кстати, пока не забыла, большое спасибо администрации этому клубу, клубу Козлова, который в очередной раз приглашает нас. Это очень приятно. Конечно же, всем вам, Алексею и Вячеславу, которые помогали нам настраивать звук. И, конечно, нашему концертному директору Марии Вебер, которая где-то здесь, хотя я ее и не вижу. Ах, вот она. Что ж, продолжаем. Следующая композиция называется «Керамическая история». Thank you.
продолжаем. Композиция называется Soul Freedom. Свобода для души. Славу Ишвили, который у нас играет на клавишах. Так что продолжаем. Thank you.
в отпуске. У некоторых Слава Ишвили, обратите внимание, автор этой композиции, это человек, который я покажу. Алексей Заволокин, Леша Заволокин, человек, который под гитарой пустой. Константин Кокорин, Костя Кокорин. Да. Александр Иванов, Саша Иванов. Да, вот уже звучит композиция, начало. Это заглавная композиция нашего альбома, называется «The Groove Emotions». Так что слушаем. Thank you.
вообще. Что-то я прям пальцы разбавила. Старалась очень, видимо. Значит, следующая композиция называется «Трудности общения». «Трудности общения», но со всеми. Короче, ладно, начинаем. Я желаю, чтобы у вас никаких трудностей никогда не было, и чтобы вы их успешно преодолевали. Thank you.
релаксирующая и моя, признаться, любимая. Называется она «Перемена погоды». Так и называется наш альбом. Сейчас вы ее услышите. Thank you.
пишите, что эта песня называется «Август 42-го». На самом деле, это не так, это просто август. Наша завершающая композиция на сегодня называется она «Лабрадор». Thank you.
Варшаве, мы буквально перед концертом порепетировали. Так случилось. Это форс-мажор, да? Константин Кокорин на гитаре, Костя Кокорин, Александр Иванов на ударных, Саша Иванов, Алексей Заволокин, бас-гитара, Леша Заволокин, Станислав Лешвили, Станислав Лешвили. Меня зовут Маша Кускова, мы рады видеть вас на нашем концерте сегодня и ждем вас впредь. Если вам понравилась наша музыка или есть какой-то интерес к нашему альбому, то можно обратиться к Марии Вебер, нашему менеджеру, и она вам, может, даже его отдаст или продаст, уж не знаю.